Друзья, добрый день. Это второй наш отель. Отель Клеопатра Лакшери Ресорт. Вот он. Отель Клеопатра Лакшери Ресорт находится в 7 километрах от аэропорта Шарм-эль-Шейха в 14 минутах езды. Территория отеля вытянутая. Есть релакс-зона. Вот она. Активная зона. Понтон у них 125 метров. Необходима специальная обувь. Здесь коралл. От нашего отеля Клеопатра до Намабэй ехать 46 минут, 33 километра. Приблизительно столько же до города Шарм-эль-Шейх получается. Рядом с отелем находится Nubian Village отель и Rihanna Royal Beach. Рейтинг отеля на сайте Top Hotel 4.58. Отель предназначен для тихого, семейного, спокойного отдыха. Это отель 5 звезд, это лакшери отель, хороший. Здесь наверняка все будет хорошо. У них есть еще в Хургаде Клеопатра отель. Там тоже все в порядке по качеству, по сервису, по питанию. Видите, какой большой красивый лобби, фонтан, напитки сразу, все в кафеле. Это у нас бар. Извините. Номер 1011 Superior. Это у нас санузел. Здесь душ, душ тропический. Потому что вся подробная у вас тут в листочках. Так, отель у нас 2010, 200 метров, понтон 120 метров, деревянный. А там все написано. Есть тапочки, халаты, фен. Чайный уголок. С левой стороны у нас есть в кораллах, там наша такая группа. Лагунка. Когда прилив... Она водой заполняется, там нормально, вот так вот все плавают, только надо тапочки. Наш вид опять-таки, это балкон. Балкон большой здесь, хороший, с видом на бассейн и на море. Территория хорошая, большая, красивая, зеленая, ухоженная. Здесь небольшой понтон, здесь не, до глубины не так далеко, где-то 40-50 метров. Там же есть еще один бассейн, вы видите. Это Эрика, представитель отеля. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Значит, у нас большая кровать. Здесь еще можно поставить одну дополнительную кровать. 2+1 максимальное размещение. Коврового покрытия здесь нет. Здесь кафель, плазменный телевизор, чайный уголок, большой балкон достаточно. Вот он бассейн. У них 3 бассейна, один с подогревом в зимний период. Видите, прямо бар в бассейне. Здесь же танцпол для инновационной программы. Обратите внимание, какой красивый бассейн там впереди, как раз таки на берегу моря. Сейчас мы его посмотрим ближе. И здесь же детский клуб справа находится, Хиппо, вон там вот он. Друзья, ну вот он, видите, какой бассейн, какой красивый вид открывается, и сразу же можно смотреть на море. И тут же рядом маленький детский бассейн. Вот мы пришли на пляж, ближе к морю. Видите, здесь есть бар-ресторан, небольшой понтон, 200 метров деревянный. И сейчас отлив, поэтому по щиколотку где-то. Номер 4001 Deluxe. Здесь у них душ. Тропический. Тапочки и халаты в стандартных номерах под запрос. Есть чайный уголок. Вот он. Переходим вот на номер. Плазменный телевизор. Номер очень большой. Большая кровать. Здесь максимум размещения, скорее всего, 2+1 минимум, но может быть даже 2+2, сейчас я уточню. Когда мы выходим из номера, мы попадаем на такую террасу и сразу же вид на море. Вот он ближе понтон, вот они шезлонги. Ну, все, в принципе, как и в том отеле, в предыдущем нашем, очень похоже. Есть свой шезлонг на балконе и 2 кресла и столик. Я хочу здесь жить. Вот номер с другой у нас стороны. Другой.
центральный кондиционер у нас. Это детская зона. Kids Club здесь проходит. Проводят время дети, играют. С ними работает аниматор. Сейчас мы идем за уже ресепшн. Дальше там находятся фэмили номера. Это, можно сказать, вторая уже береговая линия будет. Дальше. Это мы с вами попали в зону фэмили. Здесь семейные пары и номера фэмили. Находится за ресепшеном. Другие жители тоже могут пользоваться. Друзья, подытожу по этому отелю. Значит, здесь есть анимация, есть спа, есть Wi-Fi. Он бесплатно на баре, дискотеке и лобби. Два ля-карт, ресторана. Два раза за 7 дней можно посещать бесплатно по предварительной записи. Есть детское питание. Номер 9101, Family. Большой. Значит, здесь максимальное размещение 5 человек. Здесь несколько комнат. Смотрите, вот мы входим, видим одна комната. Здесь стоят два дивана, телевизор. В середине находится еще два дивана. Идем дальше. Здесь у них столовая, можно покушать. Есть своя кухня, холодильник, посудомоечная машина, плита, чайный уголок. Ну, то есть все, что необходимо. Большой холодильник вот такой, двухкамерный. Попадаем в первую комнату с вами. Здесь дверь. Здесь две кровати. Большие, полуторные. Покрытие здесь кафель. Вот он, телевизор. Балкон у нас выходит на первом этаже на территорию. Это у нас санузел. Видите, здесь гардеробная есть большая. Тут очень много комнат, можно легко заблудиться. Я вот блуждаю. Вот у нас одна ванна. То есть, судя по всему, здесь две ванны для каждого из комнат. Фен, одна раковина, туалет, душ. Вот уже не видно. Одна раковина, душ. Душ у нас тропический. Туалет. Биде. Идем, здесь вот комната, видите, еще одна, здесь большая кровать уже для родителей. И тоже есть балкон свой, телевизор, кондиционер центральный. Давайте попробуем выйти отсюда. Да, да, вот оно. И вот еще одна ванная комната, здесь уже две раковины, тоже туалет биде и душ тропический и обычный душ. Ну, очень крутой номер. Теннисный корт. Отель предназначен больше для семейных пар. Семейный отель, халаты под запрос. Один бассейн с подогревом из трех. Дискотека в отеле с 23 до 2 часов ночи. Она бесплатна. Друзья, еще раз добрый день. Это Эрика, представитель отеля Клеопатра Лакшери Ресорт, который находится в Шарм-эль-Шейхе. Она скажет пару слов приветственных вам. Да, спасибо большое. Наш отель приглашает вас в гости. Приезжайте, пожалуйста, будем очень рады видеть вас. Может быть, какие-то особенности расскажете вашего отеля? То есть, что у вас? Наш отель для спокойного отдыха. Предназначен для семей, да? То есть больше... Для семей, для молодоженов, с детками приезжают. Так, для спокойного отдыха. Нет вот бурных вечеринок, так все спокойно. Угу. Эрика, спасибо большое. И вам спасибо. До свидания, очень приятно было.
спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на викинг.by.